Дорогие друзья, слово предоставляется ветерану Великой Отечественной войны Голубевой Татьяне Никаноровне. Дорогие товарищи, я поздравляю вас с великим праздником Днем Победы. Это светлый и священный праздник, который отмечает все в каждой семье, в каждой. В нашей семье погибли 5 человек, не вернулись с фронта. Поздравляю для вас всех, чтобы этот страшный бой больше никогда не пришел на нашу землю. Прошла война, ушла за поворот. В чехлах стоят гвардейские знамена, и жизнь, и время движется вперед. Остали только много миллионов. Остались в поле брани навсегда, легли живой дорогой победы. За нас легли, за тем, чтоб никогда нам этой боли в жизни не изведать. А те, кто жив, кто чудом уцелел, сегодня мы как чудо изучаем. Но даже чуду есть предел. Все реже их на улицах встречаем. Сквозь шторм свинца, сквозь ураган огня, сквозь смерть саму прошли, не зная брода. Весь мир не может до сих пор понять, как их хватило на 4 года. Глядят на нас, глядят фронтовики, глядят на нас исчезнувшие роты, глядят на нас ушедшие полки, глядят на нас с надеждой и заботой. Ну как мы тут? И что у нас за жизнь? Куда идем с семьей многоликой? Готовы ли так же Родине служить? Достойны ли истории великой? И память нам покоя не дает, и совесть нас с тобой частенько гложет. А сотни лет прошло, и сотни лет пройдет, никто у нас войны забыть не сможет. Спасибо! 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 Спасибо огромное, Татьяна Никаноровна. Уважаемые участники Великой Отечественной войны, уважаемые работники тыла, уважаемые пенсионеры, уважаемая наша славная молодежь, позвольте мне от имени многотысячного коллектива ветеранов труда и спорта поздравить всех с праздником, Днем Победы над фашистской Германией, пожелать всем счастья, здоровья и долгих-долгих лет жизни. Слишком дорогой ценой досталась нам эта победа. Нет семьи, которой бы не коснулось это страшное горе. И сегодня во всех уголках нашей необъятной страны слышны скорбь и слезы за сожженные села и города, за разрушенные фабрики и заводы, за миллионы погибших. Только с нашего края ушли на фронт 500 000 человек. 1/3 не вернулась. Вечная память и низкий поклон тем, кто остался на полях сражения, защищая нашу страну. Ну а те, кто остался в живых, пронесли гордо флаг победы весны 45-го года до наших дней, демонстрируя при этом мощь и силу русского солдата. Мы сегодня преклоняемся перед стариками, женщинами, детьми, людьми в белых халатах, которые работали у станка по 16 часов, выращивали хлеб, растили детей, ухаживали за ранеными, работали под девизом «Все для фронта, все для победы». И они победили, подарили человечеству мир и свободу. И вот это мирное небо уже 47 лет сияет над нашими головами.
Мне сегодня хочется сказать, конечно, огромное спасибо и низко поклониться организаторам этого митинга. Это президент благотворительного фонда «Вера, Надежда» Анатолий Петрович Быков, директор школы Олимпийского резерва Гусик Александр Николаевич и его помощники. Конечно, день окончания войны, единственное, которое, как объявили о победе, прозвучали, это слезы радости и русское ура. Предлагается трехкратное ура в честь Дня Победы над фашистской Германией. Два коротких, один протяжный. Ура! 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 С Днем Победы, дорогие красноярцы! Счастья, здоровья! Слово предоставляется отличнику просвещения РСФСР, почетному работнику образования нашей страны, председателю Советского районного совета ветеранов педагогического труда, почетному ветерану края Алле Андреевне Косу. Дорогие наши учителя, в основном здесь присутствующие, дорогие гости, приближается очень ответственный, важный праздник завтра. Это самый светлый праздник в году. И, казалось бы, время лечит, говорят, но время не лечит. С каждым годом мы больше и больше чувствуем горечь потерь. В рядах сегодня все меньше и меньше ветеранов войны. И все больше вдов, все больше тружеников тыла, которые тоже по состоянию здоровья уже не могут вести активный образ жизни. У нас в Красноярске проживает 406 ветеранов войны. Это же осталось ничтожное количество. И сегодня мы кланяемся тем, кто не дожил до сегодняшнего дня. Кланяемся тем, кто дожил, кто присутствует, кто вам всем низкий поклон за активную жизненную позицию. Говорят, в наше время школьники и молодежь пошла другая. А я хочу сказать в защиту молодежи. Сегодня надо видеть глаза детей, их лица, когда они встречаются с живыми свидетелями истории. И очень проводим большие праздники в школах. В Советском районе 15 музеев. Это ведь поисковая работа проводится детьми.